Привет всем, кто вдруг подключится к нашему каналу. Мы вот сегодня решили прокатиться к вулкану Батур, посмотреть на окрестности нашего Убуда и вообще остров Бали поизучать. Сейчас я вам переверну камеру для того, чтобы показать виды. Заехали в прикольный ресторанчик, который на понтонах находится на озере возле вулкана. Очень красивые виды. Единственное, что когда мы ехали, попали под дождь, и было не очень комфортно ехать под дождем. Но ничего, мы прорвались. Убедились, что наш скутер умеет плавать по пути, поскольку пришлось ехать через очень большие лужи. Вот, практически ноги заливало водой. Вот, попробовали тут очень прикольную рыбку. Ее тут прямо ловят и делают сразу. О, дождик опять пошел. Делают прямо свежепойманную тилапию по очень смешной цене. Очень вкусно. В общем, Бали продолжает радовать, баловать нас. И купать. И купать, да. Пока в океане только раз, в основном под дождем. Ну, вот такие у нас виды сегодня. Оставайтесь на нашем канале. Ставьте лайк. Ставьте лайки, да.